Великий День Победы – пожалуй, самый трепетный и дорогой сердцу день в году. Традиционно, вот уже в 72-й раз, он начинается с парада на главной площади города. Для гостей в этот день на площади выступали вокальные и танцевальные коллективы, создавая атмосферу настоящего праздника. Губернатор Сергей Морозов отметил, что не хватит слов, чтобы выразить благодарность всем ветеранам. Важнее помогать не словом, а делом. Очень важно сегодня сохранить связь поколений и времен. Прежде всего для нас самих, для нашей молодежи. Только так мы сможем защитить ценности, за которые пролито столько крови. Главные люди на этом празднике, конечно же, ветераны. Дети войны, труженики тыла, все участники боевых действий. Их улыбки и слезы в этот день тронули сердца каждого. В их глазах столько боли и столько силы. Радость, что я дожил до этих дней. Услышал, увидел. В прошлом году не был. А в этом году очень доволен, что я все же заставил себя прийти сюда. С каждым годом остается все меньше и меньше тех, кто сражался за нашу свободу. Как и тогда, идущие до конца, они и сегодня идут в бессмертном полку. В лице своих детей, внуков и правнуков. Пока идет бессмертный полк, никто не забыт и ничто не забыто. Около 30 тысяч ульяновцев приняли участие в акции «Бессмертный полк». Тысячи историй всего за несколько минут пронеслись перед глазами потомков. Тех, кто ценой своей жизни завоевывал эту победу, встречали стоя. Сегодня наша главная задача – сохранить эту историю, научить детей неизменным ценностям – любви, уважению и благодарности за мир на нашей земле. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости «Ульяновской правды».